предмету. Вот, например, хочешь там что-нибудь типа маленькое заснять, да? Ну а если ты подойдешь, то ну, как бы типа насекомого. Да. Он испугнется и... Да, вот он правильно рассказал. Испугнется, значит, приближает. Можно, во-первых, портрет снять, можно снять, приблизить и снять более такой сюжет, как сказать, куда взять основной кадр. Если вы все умеете снимать, у вас в основной кадр может попасть что-то лишнее.